Приветствую вас, дорогие мои, вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня у нас с вами информативное, не очень большое видео о том, как получить бесплатно некоторые товары и продукты. Снимаю я это видео специально для тех, у кого очень ограниченный бюджет, кто укладывается вот-вот в рамки зарплаты, стипендии или пенсии. Сейчас краткая инструкция, что нужно делать. Существуют такие сайты, которые высылают на пробу товары любого совершенно назначения. Это могут быть, например, корма для животных, это могут быть косметические новинки, это могут быть продукты питания, все что угодно, хозяйственные товары, то есть все. Для чего они это делают? Это маркетинговые исследования. И заказывают их компании-производители для того, чтобы протестировать, чтобы получить от своих потребителей какой-то адекватный отзыв, что они действительно это получили, они это попробовали, и вот они, допустим, это сфотографировали и написали какой-то краткий отзыв. Мне это понравилось или мне это не понравилось, и почему? Как это происходит? Ну, во-первых, существуют такие сайты, и конкретно я сейчас говорю о сайте Пробери. Обязательно все ссылочки оставляю вам в описании к этому видео. Откройте, пожалуйста, под кнопочкой «Еще», вот здесь описание, продублирую это в комментариях для тех, кто не знает, как открывается описание. Для того, чтобы продемонстрировать вам эту возможность, я специально сделала заказ с этого сайта, просто чтобы проверить, приходит ли, действительно ли все приходит, действительно ли все это бесплатно присылается, и какая стоимость доставки. Как это работает? Вы регистрируетесь на этом сайте. Очень простая регистрация, похожая на сайте iHerb. Такая же регистрация. Я делала вам видео с информацией о том, как зарегистрироваться на сайте iHerb. Вам ссылочку вот здесь оставляю, также в описании к видео. Не буду сейчас дублировать, как регистрироваться на этом сайте. Все то же самое. Итак, вы регистрируетесь, заводите свою собственную страничку, и от того, какую информацию вы там оставите, будет зависеть, сколько баллов вы наберете за заполнение этой анкеты. Чем больше баллов вы наберете, и какое-то еще количество баллов вам сразу же дарится, и на эти баллы вы тут же можете сделать какой-то заказ. Если, конечно, сегодня, в этот день, когда вы открыли эту страничку, в выкладке, то есть в доступе, есть вот такие товары. Они не всегда есть, очень часто они бывают все разобраны, ну, потому что это бесплатно, и платите вы только за доставку. Пожалуйста, посмотрите, мне, например, стоимость доставки обошлась, насколько я помню, 150 рублей, вот так. А товаров я приобрела, мы так с мужем посчитали, что-то в районе 500 или 600 рублей стоили вот эти все товары, которые я в итоге получила в этой посылке. Все варианты доставки вы посмотрите также на этом сайте, все очень доступно, просто. Далее, вы получаете этот продукт, и вы дальше можете уже второй раз не делать заказ, если вам не понравилось, вам не захотелось ходить получать и что-то такое. Но если вы человек, которому действительно нужно экономить, и студенты, и пенсионеры меня поймут, я думаю, то вы захотите оставить отзыв, потому что за отзыв вы тоже получите определенное количество баллов, на которые опять и снова можете собрать себе бесплатный заказ и опять оплатить только доставку. Она очень-очень экономичная, поэтому тут, конечно, вариант беспроигрышный, вы всегда в плюсе. Итак, за размещение фотографии еще плюс, по-моему, 2-3-5 баллов. Ну, в общем, вы посмотрите все условия. Отзыв вы размещаете там же, на том же сайте. Также очень-очень просто все. На вашей страничке будут все товары, которые вы получили, и вы кликаете «Разместить отзыв», пишете отзыв, размещаете фотографию или не размещаете. В общем, это уже ваше дело. Главное, что оно работает, ребята. Для кого это актуально, пожалуйста, обратите на это внимание. Действительно может значительно сэкономить ваш бюджет. По крайней мере, то, что получила я, сейчас я вам покажу. То, что я выбрала, ну, в общем, все, что было в наличии, и все, что уместилось в ту сумму баллов, которая мне была подарена. Кстати, еще несколько баллов осталось. Сейчас я снова, разместив один уже отзыв, могу еще какой-то сделать заказ. Не знаю, буду ли я еще делать заказы. Я делала его, собственно, для вас, чтобы показать вам эту возможность. Но, по крайней мере, наша кошка осталась довольна, и вы сейчас поймете, почему. Вот то, что я смогла заказать на те баллы, которые мне подарил сайт за заполнение анкеты. Это 4 вида чая. Зеленый чай, Липтон. Чай с мятой, Липтон, чай с чабрецом, такой вкусный цитрусовый микс, также зеленый чай. Это новый продукт, который тестируется сейчас, либо он будет перезапускаться, например, что-то может уже продаваться в магазинах, и компания-производитель просто хочет получить обратную связь, возможно, с целью перевыпустить что-то, улучшить вкус, ну и так далее. Мы просто помогаем им выполнять их маркетинговые задачи таким образом, тестируя, пробуя. Все хорошее, качественное, настоящее, как вы видите, коробочки, естественно, не для продажи, сделано это специально, чтобы люди не заказывали
бесплатно, и потом не перепродавали эти товары в магазинах. На каждой упаковочке, как вы видите, есть логотип Липтон, но он такой еле заметный, это просто тиснение. Далее, что нам еще прислали? 3 варианта кормов для щенков, 2 варианта кошачьего корма. Для стерилизованных кошек и для котят. Обратите внимание, что корма дорогие. Кто действительно хочет сэкономить, оценит эту возможность и воспользуется ей. Честно говоря, я не знаю, буду ли я еще пользоваться. Я сделала этот заказ специально для вас, мои дорогие, чтобы проверить эту компанию, работает ли она. И чтобы показать вам, что да, таки это работает, и можно сделать заказ, и можно сэкономить. Следующий вариант, что я, в общем, для себя некоторое время нашла, это то, что фирма Divage, как вы знаете, это российская косметика, очень хорошая. В моих видео вы могли наблюдать сразу несколько продуктов Divage, которые я приобретала в различных офисах Divage. Они разбросаны везде, по всем торговым центрам. Также их косметика продается онлайн. Почему я показываю вам Divage? Потому что, ребята, у них сейчас идут такие акции очень хорошие. То есть 1 плюс 1 в подарок, 2 плюс 2 в подарок. Обратите внимание. Но почему еще я говорю о бесплатной косметике? Потому что у них принимаются баллы. Спасибо от Сбербанка. И мне эта косметика, получается, не стоит вообще ничего. 95 или 99% я оплачиваю вот этими баллами. Спасибо. Я знаю, что некоторые аптеки принимают баллы. Спасибо. Вы также можете их, естественно, там же оставить эти баллы, какие-то лекарства для себя приобрести. Но я мало таких аптек знаю. Для меня самое выгодное вложение в данном случае это косметика. То есть меня абсолютно устраивает забирать косметику бесплатно, ребята. Покажу вам, что я забрала, не могу сказать, купила в этот раз. Помады увлажняющие, очень красивых оттенков. И на них была акция, стоили они 50 с чем-то рублей. Но поскольку у меня были бонусы спасибо, то, соответственно, мне они обошлись просто в копейки. Для всех однушек, которые я в этот раз приобрела, я взяла вот такой кейс для теней. По акции 1 плюс 1, эта палетка для рефилов досталась мне бесплатно. Трое теней есть в упаковках и есть в рефилах. Я захотела поместить их в палетку, мне так удобнее. Тон 5. Очень красивый дуохромный оттенок, что-то между коричневым и бордовым. Сейчас очень модный оттенок. Тени очень мягкие, просто шелковые. Посмотрите, какой красивый 12-й оттенок. Он очень хорошо сочетается с предыдущим 5-м. Последний оттенок 9, нейтральный. Вот так он выглядит при переносе на руку. И вот их стоимость без акции 246,37. У всех одинаковая стоимость. Один вы покупаете, один вам дарят. Но если у вас есть бонусы спасибо, то они вам будут стоить 2 рубля 63 копейки каждый. Плюс каждый следующий вам еще подарят. Друзья, если это видео окажется для кого-то полезным, и кто-то сможет сэкономить и, наконец, взять себе бесплатно то, что он давно хотел, но не мог по каким-то причинам, я буду только рада. Спасибо большое вам всем за внимание. Я желаю вам удачи. И, конечно же, будьте благодарны за все, что имеете. Пока!